Доброе утро, моя любимая страна. Наша сегодняшняя история – история спасения крысы. Крыса по имени Ратя. Ратя к нам пришла за помощью несколько дней назад. И сегодня мы определили, что в брюшной полости, в частности в матке, есть образование. Это опухоль, и эта опухоль, судя по всему, вызывает кровотечение, снижение температуры, давления. И наша сегодняшняя задача – максимально ей помочь. С учетом того, что температура 35 градусов, мы поселили в такой специальный бокс, через который мы подаем через кислородоконцентратор кислород в это маленькое вот такое сооружение. Там есть специальный подогрев, который мы поставили, и наша задача стабилизировать нашу Ратю и дать возможность Рате жить в дальнейшем. То есть сегодня у нас помощь по спасению Рати. И вот такая маленькая история сегодня для вас. Через эти трубочки подается кислород, и Рате намного легче дышать. Поэтому наша сегодняшняя задача – стабилизировать состояние и двигаться в сторону операции.